dvhub.ru. Подробные данные более 100 ресторанов и кафе. Афиша для 600 тысяч хабаровчан. Новости города каждые 15 минут. dvhub.ru. Сайт Хабаровска. Наша задача посмотреть и капитальный ремонт школы 27-й. Тоже 650 мест. Это очень важно, нужно. Есть возможность начинать работать по обеспечению перевода двухсменной работы наших школ на работу в одну смену. И такие у нас уже микрорайоны в этом году появятся. Ну а дальше будем продолжать. И 27-я школа первым кварталом следующего года. Объем работы очень большой. Постараемся ввести ее в строй так, чтобы она в конце учебного 2017 года уже могла принять на обучение школьников. Подробные данные более 100 ресторанов и кафе. Афиша для 600 тысяч хабаровчан. Новости города каждые 15 минут. dvhub.ru. Сайт Хабаровска.